Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников Альберт Густав Арстрид Этельфельд. Работа называется «В море». 1883 год. Дерево, масло. Поступление в Эрмитаж из Павловского дворца-музея. Ранее находилось в Гатчинском дворце из собрания Александра III. Сейчас выставляется в главном штабе Санкт-Петербурга. Альберт Густав Арестид Эдельфельд, финский живописец, график шведского происхождения. На протяжении всего своего творческого пути Эдельфельд работал в пейзаже. Эдельфельд явился одним из первых финских мастеров, получивших европейскую известность. В конце 1880-х Эдельфельд обращается к новой теме, изображая быт крестьян, рыбаков Финляндии. Его работы передают сцены народной жизни, колорит природы, образы сильных и мужественных обитателей северного побережья. На картине изображен отец с дочерью в лодке на фоне неспокойного северного моря. Вот такое описание к работе Альберта Густава Арестида Эдельфельда. 1883 год. Работа называется «В море». Я нашел в интернете. Работа экспонируется в главном штабе Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания.